Ну еще международные новости. Президент Узбекистана находится в реанимации после кровоизлияния в мозг. Информацию о том, что у Ислама Каримова инсульт, подтвердила его дочь. 78-летний лидер находится в реанимации. О сроках лечения пока ничего не известно. Во избежание кривотолков, здесь, на своей странице, я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния. Местные СМИ сообщили, что в Ташкент в срочном порядке прилетели авторитетные врачи из-за рубежа, лечившие его ранее. Каримов уже 26 лет находится на должности президента. Он занял пост главы Узбекистана с момента провозглашения независимости страны в 1991 году.